В этом матче Ротор попытался ошеломить соперника уже в начале встречи. Первая же атака на ростовские ворота полностью оправдала замысел. Павлюченко, заменивший в стартовом составе травмированного Зеленовского, со второй попытки все же пробил Близнюка. Молодой нападающий вскоре мог отличиться вновь, однако мяч после его удара угодил в перекладину. Во втором тайме хозяева попытались развить успех, не использовали ряд отличных моментов и почему-то дружно отошли в оборону. Руди, Шершов и особенно Бессмертный могли наказать Ротор за излишнюю пассивность. Но все же отменная игра Чичкина и определенная доля везения оставили на замке ворота хозяев.